ученица, инициированная в храме. Это танка необычная, это ручная работа полностью. Техника батик, холодный воск, ювелирная, единичная ручная работа, она заряжена в храме, вот, то есть она имеет целительные свойства, то есть рады преподнести от нашего клуба, от нашего наставника. Большое спасибо. Спасибо, очень приятно. Ходите дома. Спасибо. Спасибо, ребята, за этот подарок, спасибо, что пришли, и спасибо, что занимаетесь спортом Шарафон Фан. Ну что же, футбол у нас игра народная, а футбольный фристайл в исполнении Давида Драгушина и Мельникова Александра – это просто… Это просто чемпионат мира по футболу. И он будет проходить прямо здесь, и сейчас, на ваших глазах. Аплодисменты, поддержим ребят. Зажигательный Сергей Есенин. Есенин. Новый солист группы «Руки вверх». Это вот ты, Сергей Есенин? Ну так ты, Сергей Есенин, я прошу тебя. Я знаю, а где ты пропадал все эти годы? Тебя, говорят, в Англитере нашли мертвым, повесился. Нет, подожди, тут написано у нас молодой участник. Молодой. Какой эти годы-то? Он, подожди, он умер молодым? Так, тут признавайся, какими кремами пользуешься, что так сохранился за столько тысячелетий. Он мне сейчас не сказал.
Я просто делаю мир добрее человечностью своей, чтобы развалить оковы каждого сознания, растопить сердца путем взаимопонимания. Итак, я сейчас всех-всех-всех попрошу вспомнить свои молодые годы. Вы готовы? Да! Йо, диджей! Все-все-все-все-все! Ручки-ручки-ручки! Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка, девчонке 16 лет. Но в свои лет 16 ногу узнала она в крепких мужских объятиях. Столько ночей провела, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Замечательному Сергею Апритову, который очень, мы надеемся, возьмет олимпийское золото в скором времени. Ну, а теперь на сцену выйдет один молодой человек, стильный, модно-молодежный дизайнер Фарух. И Фарух, кстати, это не простой дизайнер, он одевает Вячеслава... Иначарова? Да, Дима. Дима, Дима одевает. Где же этот Фарух?
Дорогой Фарух. Он очень любит, когда его мы зовем хором. Когда, как Дед Мороза, знаете, в детском саду его зовут. Он любит, чтобы так вот прям эффектно появиться. Это же дизайнеры, они же на голову все отмороженные. Ну где он? Вот он. Нормальный парень, никакой не отмороженный. Пожалуйста, тебе микрофон. Здравствуйте, мне очень приятно присутствовать здесь. Я очень волнуюсь, потому что здесь собрались такие люди, которые... Давайте поддержим аплодисментами, чтобы меньше волновался. Да, мне очень трудно говорить, потому что не русский, но я как-то более-менее. Да. Нет, это не русское. И да, вот мне очень-очень приятно, то, что вы здесь все нас собрались. И я хочу подарить вот, да, вот вам, и вот одному. Да, вот. Да. Да, вам и спортсмену, да, вот как вот я. Как Сергея. Я помню. Да, Сергей, а где он находится? Вот Сергей. Да, спасибо. И вот, и да, и мне кажется, я буду приступать к подаркам. Да. Я на самом деле их сегодня сделал. Так что вот так вот, я сам шью. Ну не домите, да, ну покажи, это уже что нам так подарит. На самом деле это очень скромно. Я начну мочь. Это я начну от минутку. Это не будет лететь. Я начну с дамы, да, вот как бы. Такой даме воротничок. Да, это воротничок. Спасибо большое. Вот так, да, вот так вот. Спасибо большое. Я надеюсь, заслуживает аплодисментов. Да? Спасибо большое, красивая вещица. Да, делаю тебе. Да, но в любом, да. Да, ты сейчас как бы, да, можно, давайте. Ну, у меня сейчас это самое хорошее. Подбурная подсмета, конечно. Ну, конечно. Подожди, надо вперед. Да, ну вот так крепляется, да, вот так. Вот так. Да, вот. Очень красиво. Ну, это надо. Спасибо, да, за аплодисменты. Да, вот. Да, и вам. Ну, я вот вам и вашему сыну, как мы говорили. Вот, у нас впереди лето, правильно? Лето. И яркие краски будут присутствовать в этом образе. Вот так вот. И это вот зеленый. Степа, повернись. Я знаю, ты этого подарка ждал. Зеленый, да. Вот. Видишь? Вам. И важно, это... чтобы вы чтобы радовали всех своим, да, вот так вот. Спасибо большое. Вот. Хотел бы подарить подарок. Вот. Он скромный, но, как можно сказать, ну не то, что веселый, а будет подарить радость. Ему. Да, от души, да. Да, вы мне помогаете, я просто не русский. Вот так вот. Спасибо большое. Я хочу ему подарить шапку, чтобы он не болел никогда, чтобы у него все хорошо. Вот. Белая шапочка, вот такая вот. Подборная аплодисменты, да, вот так вот. Какая клевая. Я от души тебе желаю, я от души тебе желаю удачи тебе, чтобы ты выиграл это олимпиаду, да, правильно? Я так вижу. Да, это чемпионат Европы, да. И я надеюсь, чтобы ты обрел. Да, вот так вот. Она немножко, мне кажется, мала будет, да, вот я немножко. Она, мне кажется, мала будет, да, вот я, к сожалению, у него очень крупная голова. Да, вот и я здесь будет мала. Да, вот так вот. И спасибо то, что есть такие люди, которые. Давайте. Талантливые, да, вот видите, вот так вот.
она без титула. И спасибо тебе. Спасибо, да, за то, что есть такие люди, которые, несмотря ни на что, они идут к своей цели. А это самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо огромное. Они идут к своей цели и носят шапочки Димы Билана. Ну что же, Фарух, далеко не уходи, мне тоже надо пару шапочек шить будет. Я возьму твой телефон. Спасибо вам огромное за столь приятные и от души, главное, от души подарки. Спасибо вам огромное еще раз. Ваши аплодисменты, проводим аплодисментами Фаруха. Ну, а сейчас я хочу пригласить на нашу так называемую сцену Василия Акимова. Солдаты Фортуны, ваши аплодисменты. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, что все спортсмены в какой-то степени солдаты Фортуны. И эту песню я хочу от нашего рок-сообщества Москвы, России подарить Сергею, пожелать ему оптимизма, крепкой дружбы, чтобы с вами всегда были друзья настоящие. И, конечно, чтобы все-таки какая-то тайная мечта, она сбылась. Солдат Фортуны. Слушали артисты, выпили коктейльчику. Ну что же, все вы видите здесь пластмассовую урну. Что тут написано, не знаю, но не важно. Главное, чтобы здесь оказались деньги, на которые наш
замечательный паралимпиец поедет на чемпионат Европы и обязательно победит там. Ага. Итак, давайте же начнем продавать наши лоты. К аукциону, да, собственно. Аукцион это мы вам показываем Спартак. Спартак это не только знаменитые гладиаторы Древнего Рима. Это народная команда. Многократный чемпион СССР и России. Ну, комментарии тут излишние. И вот чудесный аксессуар от спартанцев. Раритет спартанцев. Сейчас он буквально с секунды на секунду должен появиться здесь. Этот раритет спартанцев. Где же этот раритет, за который многие бы... Как? Неужели главный раритет спартаковцев пропал? Нет! Что это за раритет? Конечно же, это вот этот вот надувной мячик. Футбольный мяч. Смотри, он еще раз вписан. Он, да, он с автографами всех членов Спартака. Вот посмотрите, взгляните, и эмблема Спартака красуется на нем. Ну что же, первоначальная стоимость этого лота, настоящий мяч с подписью наших замечательных футболистов, 5000 рублей. Вот у нас одна поднятая карточка. Одна поднятая карточка говорит о том, что человек готов заплатить за этот замечательный мяч 5000 рублей. Или больше вы готовы. 5000 был готов Степан, так сейчас. Вот еще одна карточка. Что, говорите? А вы сколько? Сколько? А? 200? 6. Не расслышал. 6. Сереж, не переживай, сейчас мы наберем. 6000 уже набрали, осталось совсем немножко. Осталось, за сколько? Вот осталось 194. Да. Итак, 6000 рублей. 154. Что 164? Осталось 154. 154? 10 тысяч рублей мячик раз. 10 тысяч рублей вот этот мяч спартаковцев. Два. 10. Сколько? 15 тысяч рублей. Раз. За мячик Спартака с автографами участников. 15 тысяч. Тех мужиков. Простите, мужиков, чьи сильные не только ноги, но и руки, которые написали маркером здесь. Стёп, но мы еще увидели, как сегодня, да? То есть, да, конечно. И уши еще, да, и уши. Голова, да, все, да, чем можно только жонглировать, вот этим устройством, которое называется мячиком, да? Да. Пожалуйста, так что... не углубляйся, что можно делать с мячиком. Я представляю... Так, 15 тысяч. Раз. Два. 15 тысяч. 17 тысяч. Ну, на 2000 больше. На 2000. Ну, давайте. Ну, так, 17. Тем не менее, 17 тысяч рублей раз. Ну, давайте 17 100, скажите. 17 тысяч рублей два. 20 тысяч. А вы подходите сюда, вы там не прячьтесь за широкими спинами. 20 тысяч. И это касается всем, у кого сегодня полно в кошельке наличностей. Давайте-ка выходите сюда, не стесняйтесь. 20 тысяч за этот замечательный мяч с автографами. 20 тысяч рублей раз. 20 тысяч рублей два. 20 тысяч рублей два с половиной. 27 тысяч. Ого, у нас тут интерактивная онлайн еще аукцион идет по телефону. 27 тысяч рублей раз. 27 тысяч рублей два. 27 тысяч рублей. Не торопись. Три. Три продано. Интересно, как?
как человек, который разговаривает по телефону, будет передавать деньги. Вот, вот, пожалуйста, девушка, давайте пригласим вас к нам. Давайте вот эту... Вы нам расскажете, хоть кому ушел этот замечательный мячик с автографами, да, команды «Спартака». Вот здесь вот стоит эта корзина, в которую мы собираем деньги. По телефону мы сами как-то это оплатим, мы принесем замечательное дело. Поэтому человек доволен, но он реально по телефону. Довольный. Вот когда принесете, тогда и дадим вам мячик. Ну хорошо, 5 минут. Окей, все, ждем. Спасибо, спасибо большое. Мы поздравляем счастливого обладателя мяча с автографами сборной «Спартака». Так, а следующий номер, лот номер 2. Такой же мячик, тоже круглый, но просто с автографами футбольного клуба «Локомотив». Вот смотрите, такой вот тоже красивый мячик. Мячик футболиста.